Антикризисный план «Помоги себе сам», он ни в коей мере не умаляет значение государственной поддержки, просто это будет приятным бонусом, дополнением. Да? Но когда мы говорим о падении рынка на месяц или на два, это план спасения бизнеса. А когда мы говорим о том, что не исключено, что рынок упадет на несколько месяцев, и это как бы стагнация и потери выручки продлится до февраля 2021 года, это уже не план спасения бизнеса, это уже принципиально другая маркетинговая стратегия. Это работа с рынками, на которых раньше не работали. Это переосмысление всей, собственно говоря, стратегии бизнеса. Да? То есть, если человек работал с людьми, вот, что называется, в магазине, в офисе, а теперь он будет работать, например, онлайн. Да? Если он занимался доставкой там, я не знаю, товаров с помощью автотранспорта, да, то здесь ему придется использовать, скажем, самолет. Да? Если, скажем, услуги оказывались в салоне, то услуги, например, будут переводиться в дистанционный, не в дистанционный, а в надомный формат. То есть, когда люди будут встречаться, клиенты со своими работниками не в салоне, а на дому. Тем более, что нельзя недооценивать реального объема рынка надомных услуг.